Порой мы даже не осознаем, как важны нам те или иные моменты в нашей жизни. Лично я советую вам ценить каждый момент своей жизни, чтобы потом вы вспоминали их, и на вашей душе было тепло. Вспоминали о том, с кем вы были, где вы были, и как хорошо вам было там. Надеюсь, то, что это видео согреет вашу душу. Йоу-йоу-йоу, фартумастер. А, типа, ты снимаешь так? Да. А, ну ладно. Я пью сок. Никитос, скажи ну, что-нибудь. Ну, кто вы сейчас? Привет. Сейчас, сосал кружку. Нет, нет, нет. Это Кэлли, он любит только меня и мою маму. Чмок? От кого ты его родил? Знаешь, у меня так это... В первом классе вот так девочки веселились, бегали с телефоном и всех снимали. Вот это было весело было. Значит... Я его победить не могу. Кстати, в любой бой, либо себе, либо вы можете помогать. Есть карты разовые шмотки, например. Вот, смотри. Разовая шмотка, которая... Считаю, сначала пробую смыться. У нас есть вот такой пруд. Ну, он же не живой, как бы. Соня, зачем тебе плетка? Это хлыст! Короче, вот тут у нас прудик. И, в общем-то, я сплю на втором этаже. В общем-то, да. Здесь лучше. Поглачь ее вот здесь. Себя на голову поворачивать или чихать? Козлик. Это козлик. О, это я. Зеркало. Это я. Руки не разводи. Где тряпка? Взять, да? Со стула.
Вера, Марин, вот тебе уже 4 человека. Я не беру вашу вот свою. Вот здесь чья-то голова. Где? Вот. Это рыба. Зайка. Моя папусенька здесь. Хорош. Зайка моя, да? Зайка. Вы тоже любите такой прикол устраивать? Нажал и убежал. Зайка! Это громко. А тебе можно? Тёмочка? Сейчас у тебя ногу прихит. Ты видео себе снимаешь? Фоткать. Ребят, прикол можно устроить, надо. А как насчет типа единорог, да, магическое животное? В чем? Я вам и всеми команда. Нет. Иди. Все, Банфоня. Привет. Сейчас договори. Мама, мне Щелбан тут хотят дать. Музыку! Спаси меня, нет! Короче, ребят, я теперь гангстер, потому что у нас сейчас мы будем разыгрывать сценку, у нас будет хоррор. Что у нас будет? У нас будет квест на весь лагерь. Вот, и мы, у нас будет хоррор, типа, там... Не, спасибо. Короче, у нас там, типа, что-то лаборатория какая-то взорвалась, и мы, как бы, у нас есть кикуруми. Название какое? У нас костюмы животных, и мы, короче, типа, мутировали люди-животных. Ребят, время 10 часов. Короче, у нас типа отбой. Но мы сейчас с мальчиками будем тусить. И, короче, Соня там светит. У нас все темно. Сейчас будем тусить. Здравствуйте, сегодня следующий день. В общем, у нас такой странный вожатый. Он такой типа... И он такой вниз. И мы такие, нет. И спрятались. Вот. Это Соня, мой ребенок. Короче, мы вчера легли спать в 3 часа ночи. Со мной спала моя подруга Саша, которая она с нами в комнате живет. Вот Соня здесь, мы так орали, и мальчики тоже там не спали, к нам приходили. Соня, она со мной спит. Всем привет, долго не снимала, потому что мы откатывали, у нас была тренировочка. В общем-то, у меня лошадь, которую зовут Лиза, вот фотография у нас с ней. Вообще, мне очень понравилось, и сейчас все ушли играть, а Алиса сушит волосы, потому что после отката Алиса пошла мыть голову и вообще мыться, и слили, короче, горячую воду, была холодная, я с полунамыленной башкой сидела здесь, и, в общем-то, она у меня была еще мокрая, и когда все ушли, я втихаря... Такой утро проснулся, так и в школу пошел. Им от 10 дней до 7. У меня чуть-чуть вот получилось. Давай дальше. Вот Валюшка, вот ее мама рыжая сейчас доится. Я не умею доить коров. Вверх зажми. Да блин, она не доится. Вот эта корова полчаса назад родила. А вообще что-то я не понимаю. О, получается. Да, можно я попробую? Да, давай. Можно 4 человека на самом деле одновременно. Ты неправильно сделаешь. Нет, здесь не все соски работают. Этот работает. Если ты сам пойдёшь. Нет, он не очень. Ребят, уже ночь. Да, уже ночь. У мальчиков не открывается комната, и поэтому они к нам придут. Они по-любому к нам придут. И мы будем тут тусить опять же. Как всегда. Неужели не открыли? Сегодня был первый день откатов, и все. Короче, к нам пришла кошка. Типа, она беременная, она может с нами тут спать, ну это нормально, типа тусит. Короче, время 11 часов, все спят, и мы вот что это, давай. Сейчас. Переключи. Вот. Тут где-то. Давай. Как хочу кричать, все что это значит, да. Ты меня знаешь. Да, тебя. Привет, это Соня, это я. Что это значит?
Зариев. Дверь была. А что с тобой не так? Он чешет. Чешется. Почесать за ушко. Не надо. Когда чешется, не надо. Все? Все. Вперед подсаживайся. Еще. Да. Вот. Ложись. Ну да. Вообще-то прикольно. Да. Ну пускай идут, ничего страшного. Четвертый раз. Давай теперь махи вперед. На золотом делаем, вперед над шеей лошади. Да. О, почти. Господи, давай. Давай еще. Пока. О, молодец. Ну давай. Хлопок где? Нет, хлоп... она уже дотронулась. Да, ну все. Могу. Конечно. Назад теперь пробуем. Так? Да. Так или прям чтоб вся она была? Ну, желательно, чтобы вся она была, конечно. Но хотя бы так. Я птичка. Сам сейчас буду так же корейцей. Наклоняешься вперед, правую ножку переносишь назад, слазишь, сползаешь просто. Я на Виталик. Прости, пожалуйста. Это Рамиля, блин. Просто внимательно. Вы должны найти секретную записку. В доме? Нет, не в доме. Не в доме. Наш дом. Расчесываю. Я уже ее очистила. Короче, мы вышли из конюшни, у нас тут льется все, и тут коровушки пришли, обжаю. Ребят, всем привет! Я уже не помню, какой сегодня день. 5-й, по-моему. И мы сейчас будем поздравлять нашу вожатую с днем рождения. Вот Никита. Никит, скажи всем привет. Привет. Алиса уже сказала. Потому что... Будем вставить в видео уже нами записанное. Чё на тему средневековья. Да, короче, все такое. Короче, вот наша компания, с которой мы приехали. Это я, Алиса, кстати, Саша, Алис, Соненька. Сашу надо будет потом снять отдельно, типа. Ее? Нет, которая ударила. Вот. Типа она будет в кровати лежать, и от меня тоже. Девочку легнули... это Полина. Во время езды. Девочку легнули во время езды. Короче, лошадь прям вот так вот с ноги ей дала по ноге. И она там дома лежит. Ну, вот, смотрите. Вот, моя нога. У нашей любимой Юлечки сегодня день рождения. Юля, с днем рождения, поздравляем мы тебя. Юля, с днем рождения, Юля.
Всем привет! Сегодня уже какой-то следующий день. У нас наконец-то хорошая погода. Настроение нормальное. У нас скоро будет тренировка, потому что у нас жесткие тренировки. Это Полина, и у нее сегодня день рождения. Вчера был день рождения у Юли. Сегодня выглядит ам-ням. Я такая белая вообще. Во. Там как раз самый момент начался. Свой влог. Ты что, отрежешь? Нормально, да. А я буду банан жрать. Коротко о том, как мы жрали. Упавший ешь ты. Да, неплохо так. Хавай банан. Да простит меня Соня, то что я взяла ее селфи-палку. Привет, Соня. Короче, Бонаква нам читает книжечку на ночь, ну вернее, на день. Никита пытается вдуть в травинку. Да, так круто у некоторых получается дудеть. Вот, мы играли в захват флага, сейчас сидим, нифига не делаем. Впервые вышло солнце за все это время. Да. 35 говорили. Бонаку, покажи, что мы думаем, что мы с водичкой разговариваем. Тебя видно хоть? Сейчас поставят на паузу, вот это приблизит, а там... А там сказочки. Нет, дом, ура, он уходит. Пока, Александр. Не против? Ну, мне все равно. А, ясно. Потом скажут, что тут у нас какая-то порнография. Ну да, особенно по книжечке. Кто я следующий? Что ты там делаешь? Массажи для... Вообще, чтобы все было топ. У нас день релакса, и мне Лизок делает массаж. Там бабы что-то тусят. Смотрите, какая я модная. Фарту масть. Когда устал. Устала. Я устала. Элвис Пресли. Посмотри, снизу. Ай, ну что ты, как там? Я сейчас возьму попрыгунчик и кину его туда. А вам не кажется, что сейчас будет английский язык? Нет. Молчи. Ребят, 3 часа ночи. У нас последняя ночь. И мы с Соней, короче, в поле. Бежали. Да, все, ну почти все спят, и мы в поле. Надеюсь, нам не влетит. Ну, короче, нам очень весело. Вон наша левада, в которой мы занимаемся где-то. Вот она. Вот. И, короче, мы просто живем в кайф. Сейчас вас будут развлекать. Погода плачет. Мы уезжаем, мы плачем, и это очень грустно. И всем пока. Надеюсь, что вам понравился этот влог.